Песенный марафон «Наш день Победы», объявленный в Приволжском федеральном округе, дошел до Татарстана. Песня, ставшая за многие годы символом Победы, прозвучала на родном языке татар. Я думаю, это своего рода знак благодарности, уважения нашим ветеранам войны, нашим дедам, нашим отцам, которые, не жалея своей молодости, своего здоровья, сил, они привели нашу страну к победе. О том, что одна песня сплотит всех жителей страны, сложно было и подумать еще 45 лет назад. Пока в 75-м фронтовик Владимир Харитонов не предложил композитору Давиду Тухманову свои стихи. Через полгода Лев Лещенко спел эту песню, и она стала его визитной карточкой. В Алма-Ате на одном из концертов, это в преддверии праздника, я ее спел. И, конечно, успех был совершенно невероятный. Люди встали, люди плакали. Она стала действительно такой безумно популярный. Борис Кузнецов – один из ветеранов Великой Отечественной. Он помнит, как в течение всей войны с товарищами приближал этот великий день и как со слезами на глазах ликовал на первом параде Победы в Москве. Патриотизм нашего народа, вооруженных сил, сыграла огромную роль в уничтожении фашизма на земле. Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по России. Песенный марафон «Наш день Победы» продолжится в течение всех майских праздников. Эстафету у Татарстана перехватит Нижегородская область. Чувашия присоединится к акции 6 мая.